Привет, ребята! Тимофей покупает себе игрушки. Покажи сиреноголового, какого ты выбрал. Покажи ребятам с другой стороны. Покажи. Давай, мама, вот так я сделаю, чтобы ребята хорошо увидели. Смотрите. Смотрите, ребята. А потом откроешь. А мы сейчас сделаем. Покажи. Нет. Ну, покажи ребятам. Вот он. Ой, смотрите, какой классный. Ты хочешь такого? Вот этого берем? Да, давай положи в коробочку. Смотри, какой. А вон, смотрите, как эти шарики называются? Гидрогель. Класс. Смотрите, какой он мягенький, ребята, сиреноголовый. Сложим его в коробочку, мы вас с ним познакомили. Классный. Смотри, какие отцу. Ой, покажи еще, что там интересно. Ослики. Какая семья осликов. Это, наверное, ферма. Да, конечно, ферма. Ну, я хотел. Козки. А мы уже с тобой показывали козочек. Пусть ребята еще посмотрят. Смотрите, какие козочки. Какой он огромный. Ой, бегемоты. Нет, это гипопотамы, а это что? Ой, давайте поближе. А игра кальмары. Смотрите, тут и гипопотамы. И гориллы. И гориллы с детками, смотрите. А это что? Это же скорпион. Давай посмотрим, кто покажи, это. Покажи, кто это. Скорпион. Скорпион. Ну, конечно же, скорпион. Замечательный. А какой. Это солдат розовый из игры в кальмара. Ты что-то еще себе выбираешь? А вот какие интересные. Кто это, Тима? Какие-то монстрики. Какие-то монстрики, ребята. Бабушке самой нравится с ними играть. Ну что, ты определился с игрушкой? Сиреноголового ты берешь. Да? А это семейство слонов. Какая-то деревья. Зебры. Тимофей. Ребята, так какой-то, смотрите, какой полицейский набор и бронежилет. Да. А такой дедушка одевает. Дедушке надо, дедушке такой купить он хочет. А вот, смотри, с пистолетом набор. И рация. Ну что еще для мальчишки может быть лучше? И оружие здесь есть. Класс, а тут ружье, глянь. А ну посмотри, стреляет? Ну, есть здесь. И пистолет? Какой-то гипопотам. Но с этим оружием ты будешь защищенная, я тебе скажу. Да, от сиреноголов. Класс. Это львица. Это, ребята, это лев, а это Мишка. Ты берешь сиреноголового? Ну что, решили? Идем на кассу. Давай покупать. На кассу. Пока-пока. А еще мы не посмотрели. Что, ты все-таки еще что-то хочешь? Так, он ничего не хочет, просто. Давай. Вот. А это кто? Карнотавр. Динозавр. Карнотавр. Разбера. Все, Тимофей? А? Ты прощаешься? Все-таки пока-пока? Да. Пока-пока-пока.